Вашему вниманию будет представлен видеоролик, снятый агентством НАСА от 5 июня 2012 года, когда был транзит Венеры перед диском Солнца. Тот видеоролик был обработан. Замедление воспроизведения видео, увеличение контрастности, усиление яркости, усиление межтоновой окраски. После проделанных обработок видеокадров получен результат явной видимости заднего фона сквозь диск Венеры, который характеризует о ее прозрачности. Также виден некое волнообразное движение перед диском Венеры. А еще рисунок поверхности диска Венеры напоминает рисунок ее поверхности, который был получен в моих съемках. Далее без комментариев, смотрите сами. One.